Всем привет, друзья, с вами Андрей Хорев, это канал Футбол, это жизнь и четвертый выпуск Форд ФИФА. Итак, сейчас наш состав выглядит примерно таким образом, 84 рейтинг, 95 химия. Ну что ж, друзья, нам здесь нужно, наверное, какого-нибудь хорошего полузащитника на правый фланг из английской премьер-лиги. И, наверное, вот сюда бы на позицию Тайвена зашел бы Ликазет, ну или какая-нибудь еще одна икона. Итак, друзья, сейчас мы откроем первых 5 случайных игроков, ну а потом уже будем начинать играть. Поехали. Итак, первый игрок. Нет, нет, нет. И последний игрок. Ну, давайте возьмем, потому что у него есть карточка 90. Пока что это 77. Еще два раза нам нужно, чтобы он нам выпал, тогда мы получим 90 рейтинг. Пока что это да. Ну что ж, друзья, нужно сейчас совершать много убийств, наверное, чтобы было хорошее открытие. Ну и попадать, наконец-то, уже хотя бы в топ-15. Переходим к первому матчу. Итак, друзья, заняли мы 5-ю строчку, поэтому, во-первых, мы получаем 48 случайных игроков за топ, ну то есть, что я пережил 95 соперников, и также я получаю 25 случайных игроков. Итак, друзья, сейчас самое большое открытие пока что в истории Форд ФИФА. 73 случайных игрока. И если мы сейчас за это открытие получим нужных нам игроков, а это нам обязательно нужна легенда хотя бы, то тогда мы уже после следующего матча уже можем открывать только золотых игроков. Ну что же, первый случайный игрок. Нет, нет. Артур 84, у него есть еще одна карточка 90, поэтому если он нам еще один раз выпадет, то мы возьмем ему карточку 90, так что, ну, пока что это так же, как и Де Йонг, пока что это да. Нет, 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 нет. Итак, выпал нам Дэвис, Альфонсо, но сколько здесь еще надо? Получается, у него вот эта вот информ-карточка. Еще раз Once to Watch, который он перешел в Баварию, и можно получить 87-ю. Но давайте пока что это да. Нет, нет. Итак, Родриго, 85-й, Лига Чемпионская, есть еще и 86-я Мотом. Но мне кажется, она нам не сильно поможет, потому что у нас там французская и английская лига. Так что пока что, наверное, все-таки это нет. Маран Филайни, это да, потому что можем мы убрать вообще там французов и перейти уже на АПЛ-ку. Это пока что да. Нет, нет. Ну что ж, друзья, Дэнни Вард пока что идет в состав. У нас там получается сыгранность 96, и нам осталось поймать любого сейчас из случайных игроков правого полузащитника, и если из АПЛ, если мы его поймаем, то мы уже будем открывать только золотых игроков. Нет, 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 нет. Тим Ховард, его СБЧ карточка, ну давайте пока что возьмем, да. Нет, 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 нет. Натаниэль Кляйн, его Wants to Watch зимняя карточка. Ну, не знаю, наверное, все-таки нет, потому что он нам сильно никуда и не зайдет. Хотя можно его взять, потому что у нас Ян Мат стоит. У него 77 рейтинг. Давайте Кляйна возьмем, поменяем как раз на этого Ян Мата. Нет, 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 нет. Очень похож на Габулова, но нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Друзья, Кильян Мбаппе 88 нам выпадает. И у него есть тут и карточка, мы, естественно, его берем. Может быть, нам сейчас даже придется вернуть французскую лигу. Попробуем. Может быть, что-нибудь от этого все-таки с химией да изменится. Друзья, как видите, у нас после того, как нам попал Мбаппе, рейтинг команды стал 85 и химия 100. Так что с этого момента мы оставшихся... Ну, у нас там что-то 23 где-то примерно сейчас футболистов. Мы их сейчас
откроем, но уже мы будем открывать только золотых игроков. Наконец-то мы смогли этого достичь. Мбаппе, спасибо тебе большое за пополнение в нашу команду. Переходим теперь уже только к золотым игрокам. Нет, нет, нет. Так, Лукас Торейра. Ну давайте пока что, естественно, возьмем. Нам только это для рейтинга. Нет, нет, нет. Ну не знаю, вообще брать или нет Ришарлисона. Он у нас точно не встанет в основу, потому что там у нас икона. Ну а даже его 84-ю карточку, скорее всего, бы я не взял, так что нет. А вот Филиппа Андерсона я, пожалуй, возьму. У него есть 88-я карточка информа. И она у него апнулась. Вот, у него на 2 рейтинга подняли. Так что это да. Нет, 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 нет. А вот Джастин Кливер, тем более его самая наивысшая карточка, это Future Stars, мы ее, естественно, возьмем. Нет. Друзья, новая у нас икона Overmars на левого полузащитника, но у нас там стоит Ривалдо 92. Давайте его на заменку возьмем и будем, если он нам еще раз выпадет, возьмем уже 90, будет у нас на баночке пока что только сидеть. Нет. Ну давайте возьмем. У него есть 86-я. Пока что да. Нет. И последний игрок. Нет. Итак, друзья, пока что вот так вот выглядит наша команда. У нас есть хороший левый полузащитник. Overmars еще и на скамейке запасных. Вот она так у нас выглядит. Есть еще Тим Ховард. Джастин Клювер. Лучше бы, наверное, его отец все-таки бы нам выпал. Ну и много интересных разноцветных карточек. Ну а в резерве у нас Де Йонг, Дэвис и Андерсон, от которых мы ждем, чтобы они нам еще раз выпадали, и у них есть очень высокие карточки. У Де Йонга 90, у Андерсона 80, если не ошибаюсь, и у Дэвиса 87. Но остальные пока что не могут покинуть наш клуб, потому что есть еще и ниже рейтинга игроки. Ну что ж, друзья, осталось буквально 6 единиц рейтинга, и тогда мы уже сможем поменять и закончить наш сезон Форт ФИФА. Ну а пока что мы переходим к второму матчу. Итак, друзья, 13 золотых игроков на футхеде мы сейчас откроем. Итак, теперь уже просто на спокойствие пооткрываем игроков, поиграем в Fortnite. Так что теперь у нас команда уже полностью сыграна. И будем просто ее уже добивать высокими рейтингами. Но 13 золотых игроков, это все-таки, мне кажется, очень мало. Не считается. Берем. Нет, нет, да, нет, нет, нет. Друзья, Рут Ван Нистелрой, 90-й, конечно же, это да. Нет, нет. Нет, Пьер Эмерик Абумиянг, у него есть 90-я еще карточка, но у него есть еще и 99-я, но мы ее не будем брать, потому что это лично футболистам дают, за то, что они играют в FIFA. Но 90-ю можно еще постараться достать, хотя мы сейчас получили его самую низшую карточку. Пока что это да. И последний игрок нет. Ну что ж, друзья, спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Набираем на этом ролике 30 лайков. И тогда уже скоро выйдет 5-я серия Форт FIFA. Ну что же, нашу команду вы увидите уже в следующем ролике. С вами был Андрей Хорев и канал Футбол это жизнь. До новых встреч, друзья. До свидания. Fucking face, before I murder you. Bitch, niggas on my jacket, blah, blah.